Все-таки наконец-то починить свою гитару, с которой что-то произошло и вообще непонятное абсолютно нам и неподвластное Господу Богу, я не знаю, там, или каким-то потусторонним силам, мы сыграем для вас совершенно новую песню, которую мы вообще не играли, собственно говоря, и которая, вероятно, будет на нашем альбоме, но мы пока об этом не знаем. Вот. Я надеюсь, вам всем понравится, в принципе. Ведь так? Нет? Не-не, как-то тухло, давайте. С возвращения 2007-го на нашу обетованную землю. Yeah!
Вот вроде бы крутой город, вроде бы крутые люди, но так получилось, что у нас почти вся аппаратура не работает и непонятно, что это. Наверное, это ваша энергетика, ребят, да? И так, ну? Там нас слишком пытались вернуть 2007-й, и, видимо, Медведев, который говорил, что 2007-й никогда не вернусь, он был прав. И вернулся нахуй, но возвращали, просто непонятно, что случилось. Я старался для всех, вот, и мы старались, все вместе. И мы еще постараемся для вас, если вы не против. Вы не против, не? А сейчас мы сыграем для вас медленную песню. Мы ее презентовали первую с нашего нового альбома, который совсем скоро выйдет в свет. Она называется Chapter One, Don't You Dare to Close Your Eyes. Необходима ваша поддержка, вы можете тогда похлопать что ли? Ну, ништяк. I'm gonna get you.
Свободный! Ты кто? Уйди с моего места!